«Сердце отдаем детям». В театре «Сургу» прошел благотворительный концерт в помощь онкобольным детям. Мероприятие уже второе по счету, которое проводится в рамках регионального марафона «Ради жизни». Старт благотворительной акции дали в Нижневартовске. В сургутском концерте приняли участие местные музыкальные группы и вокалисты, танцевальные коллективы и вокально-хореографические ансамбли. В благотворительном концерте я принимаю участие второй раз. И мне нравится выступать, и мне кажется, очень здорово, когда можно выступить и при этом еще помочь кому-то, тем более, если речь идет о детях. В рамках проведения благотворительного концерта организаторам удалось собрать почти 70 тысяч рублей. Все средства пойдут на лечение тех ребят, которые сегодня лежат в онкоотделении Нижневартовской окружной клинической детской больницы. Следующей точкой для регионального марафона станет столица Югры. Организаторы надеются, что к акции подключатся и другие города, тем более, что старт дан хороший. А уж найти участников благотворительных концертов труда не составляет. Мы бросили клич. И, слава Богу, есть такие, да, творческие личности, неравнодушные, которые согласились участвовать, причем с легкостью, я бы сказала, согласились участвовать вот в таком мероприятии.